Советская районная больница получила новый рентген. Его купили в рамках нацпроекта здравоохранения. Стоимость медоборудования 15 миллионов рублей. Аппарат уже помогает лечить пациентов. С его помощью доктора распознают переломы, изменения при остеохондрозе, легочные и сердечные патологии. Новый рентген пришел на смену технике, которая прослужила в больнице больше 10 лет. Отмечу, что это не первое в этом году обновление оборудования. В начале июля в медучреждение поступил новый эндоскопический комплекс. По словам врачей, современная техника помогает им проводить осмотр быстрее и качественнее. Более современный интерфейс, более качественные снимки уже здесь. И что самое немаловажное, мы можем снимок записать как в цифровом формате, так и на бумажном носителе. Это тоже очень хорошо, когда люди куда-то уезжают, где требуются снимки.